сегодня мы идем в московский зоопарк. И пойдемте. И вот весь зоопарк. Давайте мы зайдем. Так. Так. Айда, почитай, открой. Ну вот так. Посмотри табло, где что. Так. И вот. Это где все животные? Фламинго. Мама, здесь медведь. Да. Медведь белый. Тундры. Так. Идем. Мы хотим, почему? Голубь. Идем. У тебя все нормально? Так. Комната матери ребенка. А, вот здесь что, здесь комната матери ребенка. Так. А где ты здесь посмотрим? О! О! Итак, вот я уже. Во, утки! Тот, смотри, живет прямо. О, как уток! Ничего себе! Голубей так много-то. Так, так, вот эти утки. Ну давайте мы отправимся в какое-нибудь другое место. Писать не хочешь, давай. Так. Так. Идемте, а кто у нас еще это будет? Да еще где еще есть кто-нибудь? Итак, посмотрите. Еще тут есть каруселька. Вот что, Дима там поставит. Лошадки. Так. Где еще роды? Мы только уток увидели и все-то. Ну, а выбирать. Фламинго! Вон фламинго, розовое фламинго. Вон фламинго, розовое фламинго. Некоторые белые, конечно, не такие уж. И розовые, но розовые все равно. Так. Ну пошлите в другое какое-нибудь место. Фламинги просто замечательные. Сейчас мы подойдем к фламинго. Прям близко-приблизко подойдем к фламинго. Так. Дима, подожди. Итак, вон фламинги. Ну пойдемте кому-нибудь еще другому. Ну такие они интересные. Там на одна фламинго личка сидит. Да, мы все.
И сейчас мы пойдем к пандам. А, отнесите. Насекомый отдал шпанду. И насекомых посмотрим. Давай, давай. Давайте насекомых сначала, потому что до них вот сейчас дорога. Так, ну пошли. Пауки. Где пауки? Пошлите на пауков глядеть. Ну и где они? Нет тут, кажется, никаких ваших пауков. Так. Идемте к паукам. Где эти пауки? Пауки. А где вон там. Смотри там. Так, сейчас мы подходим к пандам. Так, кажется, вон там панды. Кажется, вот тут панды. Да? Тут же. Где панда? Так. И вон там одна панда где-то. Веточку, да, кушает панда? Yes. Вот панда! Присядь, ты присядь. Ты тогда его сразу захватишь, смотри. Видно панду? Yes. Ну что, пошли дальше? Прикольно. И вон еще там панда. Есть бамбук свой. Так прикольно ест. Идем переходить. Так, где она? Вот она. Вот она, вот она. Иду. Фотку, конечно. Панда. И вон панда. И на сторону сейчас ставит. И это котик какой-то. Ману. Ману. Он пошел куда-то. Вот. Ой, котик прикольненький. Спрятался. Нет, перед... Вот он. Побежал. И вот. Тут. Панда! Панда! А! Конечно, не настоящий. Так, давайте мы подойдем к панда. А, вон, панда, вон панда. Так, пошлите. Нам сейчас будет лучше видно. Где панда? Панда. Вон! Вон она! Повернись! Ты спать хулигла! Повернись, пожалуйста! Ладно, я хочешь, как хочешь. Больше, значит, не приду к тебе. Так, еще какие есть панды? Это, кажется, горка до панды. Сделали еще горку до панды. Детскую площадку до панды. Так, бамбук, бамбук. Бамбук.
Ну, тут всякие аксессуары, игрушки. У нас продаются. И панда какая-то. И пошлите. И городок до панд. Пошлите. Блин, Зина, ну держи дверь, дверь за тобой идет. Я же не успеваю, у меня руки все на 2 метра. Ты такой щипный метод. Я такой, о, там тоже клетки. А я посмотрю. Так, кажется, там кто-то тоже тут. Сова. Совы, совы. Болотная сова. Болотная сова. Вон она. Так, не видно или видно? А, здесь одна маленькая. Вон, глянь, мышей, да, три штуки. А, вон мыши, да. Там три мыши. А, мыши, у них мыши такое, да? Мышки вон у нее там лежат. А чё? Так, вон панда, у нее там еще мыши. Сова. Ой, сова. А из этих панды у меня еще одни панды. Так, и там дохлые мыши. Вон еще совы. А вон сидят. Вон четыре штуки. Четыре. Пошлите дальше. А смотрите, сова, прям внизу. Вот. Смотрите, какая же милашечка. Какой клювик. Моется. Смотрите, какая она милая. Примилая совенька. Повернулась. Не хочет сниматься. Вон еще две совы. Все, пошлите. Пошлите. Так. Кому еще пойти? Так. Кто еще есть? Цветы. Так. Пошлите к кому-нибудь. Там еще кто-то сидит. Вон. Ладно, смотрите. Вот. Пойдемте дальше. Ну и пошли. И сейчас мы пойдем к жирафам. Не ваш потеёк. Все, готовы? Удобно? Пошлите к жирафам. Вон жираф. Там. И вот и жираф. Сидит. Какой красивый. Смотри, вон жираф. Видишь? Тебе видно? Вон жираф. Вон жираф. Жирафик. Жираф. Какой миленький. Жираф, да? Смотри, смотри, смотри. Жираф. Жираф, да? Жираф. Нет? Дайте нам снять. Ну вот. Лепушка, расходка. Так. Вот и жирафик такой миленький, такой маленький. Хотя какой он маленький из-за шеи.
смотрите. Там какая-то птица. А, вон сюда. Давайте мы к нему подойдем. Вот эта птичка моется. Посмотрите, ребят. Смотрите, как моется, смешно. Два часа уже собираемся. Ой, какой же он смешной. Ничего себе смешной. Похож, правда, чуть-чуть на страуса. Вот жирафик. Сетки. Вот. Пойдем. Так, пойдем. Ой, да кто? Так, кто там? Нет, о, это бык или кто? Или буйвол? Спит. Спит он. Ну пошлите. Я хочу слона увидеть. И смотрите, кто там ходит. Это, кажется, лиса. Похоже на лису. Это волк, это волк. Гребись. Сейчас мы пойдем. Кому мы пойдем? Кого увидим, так тому и пойдем. Так. И кто тут? Кто тут? Кустарниковая собака должна быть. Кустарниковая собака. Ее не видно, спряталась. Значит, ее не увидим. Сейчас мы посмотрим с ней. Папа, змеи, это отдельно. А, нет, змеи нет. Почему? А кому пойдем, значит? Мы сейчас будем смотреть птичек. Я уже увидела там черный аист. Вот черный аист. Такой прикольный. Это широкрылышка. Интересно. Прям подошел к нам. Прям подошел. Ты можешь самец, а это гоняет. А дядя наливает водички. Мой. Вот, подошел. Смотри, прям здесь. Плевать. Клюнуть хочет, смотри, за пальчик. Дети издеваются на ней.
Так, где? Так, они едят. Вон так. Вот. Ничего вы не понимаете в красоте. Не за куски еды дерутся. Они ходят и показывают. Это да, рогатый ворон. Райская красота. Нет, это не воробьев. И мы сейчас пойдем к пингвинам. Дом птиц. Вон дом птиц. Вот дом птиц. Вот. Вот тут, кажется, нужно идти в дом птиц. Идти в дом птиц. Так. Вот, наверное. Тут птицы. Так, пошли. В дом птиц. Так. Зашли. Как он интересненький. Давайте вот зайдем. И вот нас встречает вон кто. Прикольненький. Птичка. О, прыгнул. Прикольно прыгает. Какой-то попугайчик. Зеленый. Прилетел посниматься. Фазан. А там кто? Тукан? А они в Тербилии не спасли. Тут разные птички сетки. И кто тут? Так, лесенка. И так, где он? Скоро он спрятался. А должен был быть вот такой пингвинчик. Так, а тут кто? Кто тут? Мы тоже, кажется, спрятались. Что, они не хотят с нами дружить? Где черепашки? Черепахи. У нас в аквариуме были маленькие. Пошли дальше. Итак, кто здесь? Вон. Крамышница. Что-то они не похожи на картинки, которые. Это, кажется, те, мы их уже видели. А это лежит. Он один хочет выйти. Нет,
Нет, он лежит. Тут, кажется, это самый последний, это пингвин. А на этом все.